Видео перелив душевая, перелив сводозапора покупал полгода назад, то есть почти новый. АХЗ какой-то, хер с ним, не важно. То есть резинки новые, смотрите, какая фигня. Во-первых, пупырышки, отслоилась эта краска. Вроде по железу. Хреновое покрытие краски. То есть не краски, а эмали этой. И я не знаю, какой гоблин был, от чего это отвалилось. То есть вот эта фигня, которая там вставляется, водозапорная, она нафиг отломалась от этой железяки. То есть это походу какой-то алюминий, дюраль. Хрупкая, хромированная. От чего она отломалась? То ли от веса, то ли от химии, то ли от горячей воды. Но полгода не прошло. Вот такая вот фигня. Вроде бы надежно, но в то же время гомнецо. Хрупкая система координат. Все классно, но вот это подъезжончик. Всем привет.